Традиционно в эти сентябрьские дни педагоги областного лицея имени Машерова предлагают юношам и девушкам на один день отложить в сторону учебники и тетради, чтобы посвятить это время оздоровлению. От такого правила здесь не отступают вот уже 13 лет. Вместо факультативов и уроков ребята с удовольствием участвуют в конкурсах, соревнуются в преодолении спортивных маршрутов и, конечно же, знакомятся ближе друг с другом. Мы проводим различные спортивно-массовые мероприятия раз в месяц, и это вот самое первое мероприятие, которое проводится в сентябре, в начале учебного года. Вот. Оно, в общем, проходит, видите, очень так эмоционально. Вот. Дети, скажем так, болеют и за своих, и за чужих. Вот. И это все сплачивает, и также они больше друг друга здесь узнают и помогают друг другу в этих соревнованиях. Только здесь можно познакомиться с такими местными олимпийскими видами спорта, как метание валенка, прыжки в мешках, биатлон на траве. Программа испытаний была подобрана так, чтобы проявить свои способности смог любой участник. Атмосфера праздника просто прекрасная, много новых людей, так как сейчас только начало года. Есть возможность поближе со всеми познакомиться, найти новых себе знакомых. Очень долго готовились, очень старательно готовились, и я надеюсь, что у нас все будет просто отлично. Я очень рада, что поступила в этот лицей, потому что, вот, знаете, создается такая атмосфера праздника, это в начале года. И я надеюсь, что вот эта атмосфера, она будет идти с нами на протяжении всех двух лет нашего обучения здесь. Своим праздником лицеисты еще раз доказывают, что они могут не только успешно справляться с образовательными вопросами, но и покорять спортивные вершины. По итогам эстафет лучшие были награждены памятными призами и дипломами.